наступающим Новым годом, дорогие друзья! Готовим венский штрудель к новогоднему столу. Для теста нам понадобится 120 мл теплой воды, 30 мл растительного масла, 1 яйцо, 2 грамма соли, и все это перемешиваем до однородности. Просеиваем муку, затем выливаем в нее полученную массу и замешиваем эластичное тесто минут 15, пока не перестанет липнуть к рукам. Смазываем сливочным маслом полученное тесто и отправляем в холодильник на 30 минут. На хорошо разогретой сковороде растапливаем сливочное масло и обжариваем 100 граммов сухарей из сдобной булки, пока они не станут золотистыми и хрустящими. К очищенным и нарезанным яблокам добавляем промытый и просушенный изюм, корицу, сахар, сухари и немного грецких орехов. Тщательно перемешиваем всю эту смесь. Доску присыпаем мукой и раскатываем тесто в тончайший слой. Смазываем тесто растопленным сливочным маслом. Ближе к краю раскатанного теста выкладываем начинку. Сворачиваем и формируем рулет. Рулет сверху смазываем растопленным сливочным маслом. Выпекаем штрудель в разогретой до 180 градусов в духовке 30 минут до золотистого цвета. Горячий штрудель смазываем растопленным сливочным маслом, перед подачей посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу. Приятного аппетита!